Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 2. Урок 4. Известно, что угол А 38 градусов, Б 90, угол С 152 градуса, угол Д 71 градус, угол Е 180, угол К 115, угол Ф 3 градуса, угол М 146 градусов и угол Н 85 градусов. Какие из этих углов острые, прямые, тупые и развернутые? Острые углы – это угол А равный 38 градусов, угол Д 71 градус, угол Ф 3 градуса и угол Н 85 градусов. Заметим, что каждый из этих углов меньше 90 градусов, поэтому мы его называем острым. К прямым углам относится только угол Б. Он единственный в данном задании равен 90 градусов. 90 градусов – это прямой угол. Найдем тупые углы. Тупые углы – это углы, которые больше 90 градусов, но меньше 180 градусов. К таким углам мы отнесем угол С, равный 152 градуса, угол К, равный 115 градусов, и угол М, равный 146 градусов. Развернутые углы. Это угол Е. Он равен 180 градусов. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.